Привет-привет! Видео будет такое небольшое предупреждение. А кто предупрежден, тот уже вооружен. За одной ситуацией наблюдаю уже не первый месяц, точнее уже полгода, и решил, что настала пора зафиксировать данную ситуацию. Предупредить, как минимум тех людей, кто меня смотрит. Смотрит меня, не так много зрителей, но тем не менее они есть. И этой аудитории данное видео и предназначено. Я понимаю, что есть большая основная масса людей, имеющих там разные режущие инструменты, там конкретно ножи, дорогие ножи, которые не желают качественно у кого-то заточить. Есть, скажем так, небольшая группа людей, которые, наверное, я больше себя отношу, кто увлекается заточкой, там что-то изучает, смотрит, пробует, в определенный момент упирается в какие-то рамки, границы, останавливается какой-то рост увлечений, и ты тоже обращаешься к кому-то, кто обладает, на твой взгляд, знаниями, опытом, к известному мастеру, грубо говоря. В принципе, и люди из первой такой обширной группы, тот, кто хочет получить качественную заточку, идет к мастеру, и, соответственно, эти любители вроде меня, накопив определенный опыт, тоже пытаются для улучшения своих результатов где-то проконсультироваться, с кем-то пообщаться. Конкретно расскажу то, что, с чем я столкнулся за эти полгода. На мой взгляд, это какой-то вопиющий случай, когда, в принципе, известный, скажем так, далеко не в узких кругах товарищ, я его периодически в разных роликах упоминаю, Николай Коршенин. Никнейм его на портале Guns.ru Николай, _Кей, латинскими буквами. Человек стоял у истоков появления заточного раздела, он не был его родоначальником. Весьма активен, я с ним несколько раз встречался лично. Человек достаточно своеобразный, может быть, не шибко пунктуальный. Периодически какие-то отголоски разных историй появлялись на форумах в разных разделах. Я не шибко обращал на это внимание. Скажу так, что когда с ним один раз он встречу перенес, один раз я приехал, он опоздал на полчаса. В принципе, все, не характеризует человека с хорошей стороны, но, в принципе, никакого криминала в этом нет. А в данном случае... о чем я хотел рассказать. Соответственно, появилась тема полгода назад, то, что были отданы ножи, были заплачены деньги за заточку. Причем, человек, который обращался за услугой, он пришел на форум, увидел, что модератор форума, известный человек, к которому с уважением те оставшиеся люди, которые на этом форуме обитают, относятся. Лестные отзывы о его работе, он там ведет кучу тем, видно, что там. Это, своего рода такой индикатор, что действительно с этим человеком можно иметь дело. Человек отдал ножи и деньги, и все. И Николай пропал на полгода. Почему я скажу, что я так длительно наблюдал за этой ситуацией? Потому как в жизни все бывает. Человек может заболеть, может что-то случиться в жизни и так далее. С другой стороны, телефон никто не отменял. Всегда можно... Так как у тебя есть уже финансовые обязательства определенные перед заказчиком, это не друг, не товарищ, не просьба, не какая-то и не одолжение, это конкретно работа, за которую заплачены деньги. А с учетом, когда я в середине октября увидел, что этот Николай К. В принципе посещает форум, удаляет сообщения, как модератор раздела, можно посмотреть среди удаленных, если чьи-то сообщения были удалены, кто удаление произвел. В общем, человек активность какую-то ведет, заходит в интернет, у него хватает времени заниматься определенной деятельностью, но не хватает времени выполнить свои обязательства. Это продолжается в течение полугода. Причем насколько я понял, он где-то по разным съемным квартирам перемещается, но это опять же я со свечкой не стоял, это то, что написано в теме. Тему эту я решил зафиксировать в виде скриншотов. Сохраню ее
в PDF прикреплю к этому видео. Пусть останется. Там будет моя история, я не хочу про нее рассказывать. И еще упоминание нескольких моментов. Это далеко не первый раз происходит на самом деле. Судя по отзывам разных людей. И тоже мне попадались некоторые темы, которые потом со временем кто-то удалял. Все об этом все забывалось. Через какое-то время все происходило заново. В общем, мое дело как бы в этом процессе просто предупреждение. Я понимаю, что, ну, не факт, что кто-то увидит это видео, там, если, там, например, и планировал что-то затачивать там, или какие-то там вести дела с Николаем. Ни в коем случае не отговаривает полностью ваше решение. Я просто предупреждаю, что, во-первых, у меня были некоторые определенные проблемы. Я там не буду говорить, что там у него когда-то приобретал камень с липовыми печатями. Ну, это отдельно. Эта тема будет в определенный момент поднята и освещена. Это уже другое, скажем, будет разбирательство, на мой взгляд. Вот это покровительство на форуме торговли там всяким контрафактом, выгораживание людей, которые торгуют абразивами там, из Японии с поддельными штампами. В общем, это отдельная тема, ну, не в рамках этого видео. Вот просто конкретно. Хотите затащить нож, выбрали мастера по заточке, если это оказался в вашем выборе Николай К., имейте в виду, своих денег и ножей вы можете лишиться, вот как в данном случае, там, минимум на полгода. Вот. Может быть больше, может быть меньше. Может быть вам повезет и все будет выполнено в срок и вовремя. В общем, всем привет!